Прицепной трехроторный волкователь «Крона» шириной захвата 9 метров 70 сантиметров. Двойной волок, собранный почти с 20 метров, создает идеальные условия для дальнейшей работы высокопроизводительных кормоуборочных комбайнов. Трехроторные боковые волкователи «Крона Свадра 1010» подкупают простотой конструкции. Идеально согласованная работа всех трех роторов. Роторы работают как часы. Аккуратный подбор кормовой массы. Передача от одного ротора к другому. Укладка в рыхлый волок. Благодаря своей производительности до 10 гектаров в час, волкователь Свадра 1010 делает технологический процесс уборки еще экономичнее. Ширококолейное шасси и управление колесными ступицами делают Свадра 1010 чрезвычайно поворотливым и маневренным. Для сбора кормовой массы в один волок с ширины захвата 9 метров 70 сантиметров необходима идеальная согласованность работы всех компонентов. Поэтому три ротора Свадра 1010 работают с различным радиусом и с различной частотой вращения. Передний ротор оснащен 10 консолями граблен. Центральные и задние роторы имеют по 13 консолей граблен. Передние роторы имеют большую окружную скорость, что обеспечивает лучший поток кормовой массы. Задний ротор вращается медленнее и оснащен 5 зубьями лифт на граблину, так как он должен обрабатывать большую массу и отвечает за форму волка. Свадра 1010 впечатляет продуманной конструкцией и функциональностью. Этот волкователь является идеальной машиной, когда требуется производительность при укладке волков. На Свадра 1010 все просто идеально. Чистое сгребание кормовой массы, превосходно уложенные волки. Перевод в транспортное положение всех трех роторов производится быстро и удобно. Диаметр центрального ротора не превышает 3 метров. В складывании граблен нет необходимости. Со скоростью 40 км в час и транспортной шириной менее 3 метров переезд на новое место работы быстр и удобен. «Крона» — техника, достойная восхищения.